Для нашей республики и района 18 февраля – это особая дата, олицетворяющая стойкость и мужество жителей Адыгеи в годы Великой Отечественной войны, символ памяти, почитания и скорби о высокой цене, которой оплачена мирная жизнь на нашей земле и свобода нынешних поколений. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности нашим землякам и миллионам соотечественникам, проявившим высочайшую силу духа в борьбе с фашизмом. 18 февраля почтить память и отдать дань уважения воинам и партизанам Адыгеи глава района Заур Хамирза вместе с руководителями учреждений и общественными деятелями собрались на возложение к вечному огню в районном центре. Священный долг каждого из нас – хранить память о таких важных датах, как годовщина освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков.